Если у земледельцев сейчас горячий аппарат, то для пчеловодов сезон, можно сказать, завершен. Мед собран, все оборудование проверено и почищено, пчелы отдыхают. Тем более, что лето в этом году выдалось жаркое и сухое, урожай вышел не самый большой. Александр Прохоров – пчеловод аж в 4-м поколении. Его детство и юность прошли на пасеке. После школы поступил в педагогический и уехал в город. Но родные просторы не отпускали, и наш герой все же вернулся в отчий дом продолжать семейное дело. 12 лет прожил в городе, там отучился, отработал, вернулся все-таки назад. А сейчас живу, работаю здесь. Вот, насколько себя помню, сам перевоспитание с 3 лет, да, то есть выхожу на этот колец, и пчела сразу же сюда выжарила. С таким опытом учиться хитрому мастерству не пришлось. Тем не менее, Александр регулярно читает профессиональную литературу. Пасека ему досталась от дедушки. И вот уже 7 лет мужчина имеет личное подсобное хозяйство, продает мед односельчанам, имеет покупателей в областном центре. В сарае пчеловод обустроил небольшой цех, где работает медогонка. Кормилица, как называет ее Александр. А вот с детства, помню, это было все намного тяжелее, была с ручным приводом, это все качалось вручную, и как бы самый маленький в семье, то есть я был на подхвате, все время качал как бы мед, пропускалось достаточно много объема. Сейчас очень легко, просто загрузил себе сюда рамки, включил кнопку, все. Здесь же располагается инкубатор, где растут матки, емкости и столы из нержавеющей стали. Все для удобства и стерильности. Мед – эликсир молодости, считает пчеловод. Поэтому уже много лет не ест сахар. В качестве подсластителя используют свой натуральный продукт. Работа на природе, она очень прекрасная. Правда, не в самое пекло, не в самую жару, да. Но все равно, когда ты работаешь на природе, свежий воздух, поют птички, да, то есть никого, людей нет, людей мало, ты находишься вообще не вот с пчелами, с природой, это, ну, прекрасно поддерживает здоровье, психологическое, физическое состояние, это намного лучше, чем сидеть в офисе. В целом, пчеловодство в Ульяновской области очень распространено. По подсчетам Министерства агропромышленного комплекса, в регионе насчитывается более 36 тысяч пчелосемей и 2 тысячи пасек. Львиная доля – это личные подсобные хозяйства. Анна Тищенко, Улправда ТВ.